Продолжаю видео. Катюшка попросила сегодня блины испечь. Ну что вы думаете? Посмотрите, сколько я завела, сколько я уже испекла, сколько у меня осталось. И вот только вот столечко блинов, потому что наша семья любит с пылу жару кушать. Вот они ко мне только приходят и вон, видите, тарелки подносят. Вот, а у вас как? Расскажите, напишите, даже очень интересно. Покоптить курочку, да, Лежа? Да-да. Вот. Сейчас замаринуем ее, как всегда. Ну, без ничего просто. Даже, я не знаю, надо будет брать этот... Горчицу надо добавить? Нет, наверное. Потому что гореть будет, да, вот это вот, я так думаю. В коптильне. Или? Ну, вот это. Я только вот так вот. Вообще-то на копчение только посолили, поперчили. Не, все вот эти, да, специи. И вот эту красавицу будем коптить. Сейчас Олежа мне ее сполоснет. Нарежет на стейки, я ее замариную с лимончиком, соль, перец. И вот у меня для лакса. Вот. И пусть стоит и на завтра, да? Что, приготовили мы нашу кастрюлю. Выложили в несколько слоев фолию, фольгу. Это наша кастрюля, вы не повторяйте это за нами. Вот, тут у нас два вида. Ну, это опилочки для, как это называется, шпены, для копчения. Мелкая фракция, здесь поменьше немножко, не по... здесь более грубая фракция, то есть немножко тоже добавим. Давай, открывай скорость. То есть... И вот у нас немножко курочка, ну, это окорочка, вот, замаринованные, и рыбка лак замаринованный. Сейчас мы все это выложим. Так вот равномерненько все распределяем. Еще чуть-чуть, да, по-моему? Да, да. Угу. Еще чуть-чуть. И сейчас сверху. И немножко крупной фракции жменька. Угу. Тоже сверху брошу. Олеж, а где у нас еще один был вид, где там даже ягодки были? У нас еще где-то с тобой? Вот они. Да? Или нет? Нет, нет, нет. Тогда, а там у нас прям ягодки были. Ну, да. Нет, там крупные, сухие. Я и смотрю, что это не то. Иди посмотри-ка еще. У нас были еще. Сейчас подождите, прервемся. Смотрели, все у нас закончилось, к сожалению. Чуть-чуть еще добавляем. Так? Да. Ну, я думаю, этого достаточно, да? Будет уже. Угу. Дай мне вот эту вот мою первую кастрюльку. Сейчас, секунду. Я соберу вот здесь остатки. Устанавливаем первую. Я думаю, может, смажем это маслечком чуть-чуть. А мы на ней сейчас что ложим? Мы сейчас курицу ложим. Или жирненько. А рыба наверх идет, как всегда. Рыба наверх идет, да? Будем смотреть? Не, нормально. Ну, тогда выставляй. Выкладывай, вернее. Бери дозочку эту. И прям вот так вот. Ну, чтобы место, да, это дырочки были, чтобы проходило. Сильно не нужно. Вот сейчас выложим все и покажем вам. Все, я сейчас вторую ставлю. Ага. Курицу, курицу. Ага. Да, курицу. О, я думала, это уже рыбка. У нас в три ряда. В три этажа. Угу. Трехэтажная будет коптилка. Слушай, у меня вот это, может, и как его нижнюю переложим туда, на первый ряд или ничего? Что-то я сомневаюсь. Ну, давай попробуем так. А в чем ты сомневаешься? А что, это уже второе, самые такие большие кусочки на ней сложат, да? Ну, ладно, давай, посмотрим. Ну, если давай переложу. Так, мы все-таки переложим чуть-чуть, подождите. Переложили все-таки. Да, немножко рокировку сделали. Да. Верхние култышки части положили все вниз, то, что угу. Будет самым... А маленькие култышечки ага, ложили сверху. Да. Ну, а теперь... Рыбка. И не волнуйтесь, запаха никакого. Да, и вкус не передастся. Но вы не повторяйте, это специальные кастрюли. Так, так, вот так. Вот так? Нет, нет, стаймя. Стаймя? Вот так, да. Да, вообще-то это, чтобы она со всех сторон. Ну, давай так, так. Сейчас как полу, как станет, так и это... Угу. Так, все. И вот посмотрите, так вот немножко. Как красиво у нас.
Ай! Да, Дуську наступили почти, она рыбу чувствует. Сейчас получите. Крышку сейчас закроем сверху. Сейчас я уже лежу сейчас вот в полотне. Видите, как это красиво получается. И закрываем крышечкой. И у нас сегодня вот такой вот будет. Вот такая башенка. Да, ваш пузик, папа, отражается, и мы халатик. Ну, ладно. Для пузика все готовится. Да, пока на 7,5, это вот видите, там вы фирма АМЦ. Не, не АМЦ, как же они? Амвей, там по-другому сейчас она называется. Ладно, ну, все равно. По-старому. Да, она у нас больше 20 лет, мы как знаем, как пользовались, вот так и готовим. А потом через полчаса поставим на 2,5 и еще часок. Через полтора часа все вам покажу. Стекло 30 минут. Очень вкусно пахнет. Теперь мы выставляем пока на 3,5 и выставляем 60 минут. А там будем уже смотреть. Откроем и буду смотреть. Так что продолжаем копчение. Все у нас коптится. Мы поехали по делам. Оставайтесь с нами. Мы опять в УБИ. Вся та же история у нас, да? Вот. Нам нужен... Чуть-чуть. Что нам нужно? Нам нужен этот. Покажи мне. Шлаух. Для купи. Сейчас у тебя... Тонковат. Это как тут наш белый. Да, нам побольше надо. Его нету, да? Вот. Здесь на 38, но его как раз нет. Надо спросить. На 38. Все, смотрим, что нам надо. Дочистить уже. И у нас сегодня у нас хорошая все, погода. Все, это все есть уже. Да, все мы это уже приобрели. Смотри. Голь на выдумке шхиотража. Папа взял, как раз я взял и приспособил... От пылесоса стало. Тема то, что я вам говорила, мы же выкорчивали тот куст. И вот смотрим рододендры. Нам нужны небольшие. Лишь смотри, в какую. Стоят они 32 евро. Неплохой, кстати, куст. И они крупные такие цветочки. Мне вот нравится. Они вот два их одинаковых взять. Нет. Как тут на... как-то насыщеннее. Такое. Мне кажется, такой же. Иди посмотри. Да? Что скажете, ребята? Посмотри, да, два одинаковых. А, это что, как наши, Олеж? Палочка. Да, походу. Посмотри, что пишут. Вон, что пишут. Рододендрон, хэппи. Рододендрон. Рододендрон. Да, надо посмотреть, сколько он, что. Неплохой. Вот. Посмотри, вон те, вон, как наши. Вон, это мини. Я большие не хочу кусты. Сейчас посмотрим. Но мне он понравился. Такой цвет интересный. Вот видите, какой мы приобрели. Приобретаем. Вон такую красоту, вот такие умею. Петунии у меня еще такой не было, но она, по-моему, стоячая. Хотя ни разу у меня еще такого сорта не было. Ну, с крючком? Ну, да. Не, они могут стоячие, ну, тоже быть. Посмотрим, посмотрим. Вот. Какие красивые цветочки. Я что-то быстренько, мы так это прошли. Бегом, 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 бегом. Покажу вам. Красотища какая еще. Видите? Обалденный. Сейчас мы дальше поедем. Надо будет посмотреть этот. Поехали мы в наш Гантнерай, то бишь наш цветочный магазин. А тут у них, смотрите, кто. Так еще и брачный период. Вы видите? Они еще и песни здесь поют. Обалдеть. Ужас. Так громко как еще. Пойдемте, я вам кое-что покажу. Вам за 390 не хотите камушек? Угу. Рододендры. Ляйны. Когда оно витое, адас. Видите, такой вот мини. Я здесь по 27,50. Дорого. Мы поедем в другой магазин, где я всегда беру. Эти рододендры 22 евро стоили, но это мини. Пойдем дальше посмотрим. Если будет, видите, как. Упс. Я. Ты слышишь, как они песни поют? Да. А Анна Войст. А, да. Песенки себе поют. Олеж, посмотри, пожалуйста, сколько это мини стоит. Тот Айнен Цван сходит, 21 евро стоил. А эти сколько? Вербраухен Цвай, да. С другой стороны, на этом корзине этой.
сколько? 19. 19, 20. Да? Ну, 20 евро, вот 20 стоит. Ну, сейчас посмотрим дальше. Покажем вам. Видите, какая красота. Вот, вот такие вот. Вот крупный цветок мне стоит 23 евро. Видите, рододендеры. Сколько они в высоту будут, надо сейчас посмотреть, чтобы они не очень большущие были. Я большие не хочу. И тут вот много-много-много. Как я говорю, волнистые. Тоже вот такие малипуски были, мы их брали. Видите, я отшатана так, да? Что вы? А сейчас какие они у меня большие стали. Это мама нам покупала, когда мы дом купили. Видите, вот такие у меня тоже есть. Вон там мини. Вот. Вот они, посмотрите, какая красота. Вот они всякие. Ну вот такие вот я не хочу, мне они не нравятся. Они выгорят и будут несимпатичны. А вот такие по 20 евро. Можно взять, я считаю. Вот, тут разных цветов. Розовые. Крупный цветок, чтобы был. Вот. Надо их взять и посадить. Вот у нас вот такие вот. А это даже еще интереснее. Видите, какой цветок красивучий. Да. Вон Олег. Вон там он выбирает. Олеж, пойдем. Выберем. Мне кажется, на этих остановимся, вот на крупных. Только посмотрим, какие они. Я сильно высокие, не хочу их. Сейчас посмотрим. И к водяным вот. У нас же крутик, да? 50. Вот. А там вообще что-то есть? Есть, вон. А, так, тогда. Тут есть такие. Ну, красивый, да, цветок? Покажи. Ну, то он розово-беловый. Тебе нравится? Такой. У нас красный. О, намутили свое воду. Время мы по 10 евро брали, сейчас в 2 раза дороже. Да, ну, 15 лет прошло. Беленькая. Беленькая, что-то не знаю. Красные. Красные у нас розы. Есть. Так, ладно, разберемся. Вон белые, видишь, какие листочки уже. Тоже 19,50. Вот я. Ну, мы вот на этих остановились. Сейчас спрошу, какие они, чтобы они не были здоровучими. Ага. Так что вот такие вот, какие малышата тут плавают. У нас большенькие, да? А ну, здесь прям большие, малыш. Конечно. Я ведерко взял, думаю, сейчас черпану. С дырочками, да? Туда, в глубину все вныряют. И не хотят. Не хотят вылазить. Ну так что, будем брать? А вербраухандас? Не надо. Самый мой любимый цветочный. Я всегда здесь. Сколько лет уже. Посмотрите. Вот эту розовую я беру. Так, я хочу с фиолетовым, я сейчас посмотрю. Ну, бери его тоже, смотрим. Смотрите, какая красота, ребят. По 14. А я вот эти хочу, Олеж, глянь. Кукмаль, драй, вот эти. Найн, ком цуме бите. Я вот эти хочу. Мы два можем красных взять, и три красных бери два. И три вот таких трехцветных, видишь, вот эти вот. Вон тот вот, большие с рамой выбирай. И можно красно-белые взять. Мы сейчас возьмем. Вон красно-белые берем два штуки. Да, только большие. Видите, какие? Ага. Ага, ага. Вон там, он еще крайний. Вон он там большой самый. Давай я тебя держу. Или к даме, то иди. Он поломается. Так, вон там, вон. Вон, смотри на меня. Вон там он самый дальний. Видишь, вон он тоже такой же. Мы 5 штук будем брать. Посмотрите, какая красотища. Посмотрите, какая, ребята, красотища. Трехцветный. Вайта ног. Я. Ага. Завтра же у нас день мамы. Вот. Вау. Шин. Так, он еще вообще допель. Да, он ног маль. Мер фирш фарблихе. Аузо. Такой еще. Такой же, мне надо, давай мне его, сейчас я закончу вам. Такая у меня, еще одна. Так, ну пока мы ездили по делам, у нас здесь все приготовилось.
Давайте посмотрим. Посмотрите, какая прелесть. Вау! Вау, вау, вау. Сейчас мы переложим. И там еще... Ой, запах бесподобный, ребята, бесподобный запах. Какая курочка. И самое главное, запах и вкус, не что скажи, да? Рыбка какая получилась. Да, я его уже подруге отложила. Сейчас Олежа попробует. Ну, как? Ну-ка, а, ну-ка, зацени. Ну как? Сочно. Сочно. Вкус. Я прям классно. Прокоптилась. Угу. Заценил. А с голодухи так вообще хорошо. А вам нельзя. Да-да. Ну молчи, я же никому не говорю, что я на диете. Я уже неделю как на диете, мне еще 2 недели. Ну, я держусь. За цветами, как всегда. Вот. Ага. Красотища, да? Мы уже заплатили. Да, гвоздички, да? Есть мини у меня, есть большие. Это, ну, мини. Они обещали многолетние, да? Алло, Верзинда. Ну, я такую не люблю, лаванду. Я Данка за я. Я за щен. Все, начинаем. Какой мусор? Это красота. Это ж мои всю жизнь этим. Понимаете? Люблю я этот цветочный. Вот мои цветы. А, сейчас. Помочь тебе? Давай, иду. Пошла помогать. Интересно. Не знаю, что такое. Не знаю, что такое. Ну, очень интересно. Да. Мутор так продолжается. Это вторая серия. Мы первые же уже отвезли, вы же видели. Вот думаю про лаванду, там вот, где наша голубая клумба. Что скажешь, вот этот вот сорт. По 3 евро. Это самое дешево. Будешь копать? Какая клумба? Где наши голубые ели стоят. Нет, ты что копать там? Не хочет. Ладно, экономия в доме, доме, экономия. А, не, мы не там будем бетонировать. Смотрите. Смотрите, как. О, красотищик. Ага. Вся машина. Сейчас, сейчас мы задохнемся в этой машине. Ничего, цветы вкусно пахнут. Ага. Купились мы сегодня, ребята. Не езжайте с детьми. Не езжайте с детьми. Вы в жизни не угадаете, насколько мы сегодня взяли. Я еще так не закупалась. Я вам сейчас покажу. Покажи, Элизабет. Вот это вот полотенце все. Папа, озвучьте. Вот, вот это все полностью. Вот это вот так вот отсюда. Это все дети. А теперь да. Подходим вот сюда. 314. Почти 315 евро. Обалдеть. Так, детей дома оставлять, когда закупаешься. Жесть.